Квест по мотивам мирового телешоу. Жители Люберец могут попасть в знаменитый Форт Боярд, не выезжая из городского округа. Поиск сокровищ, лабиринты и испытания на прочность. Наша съемочная группа оценила, насколько игра приближена к оригинальной версии телепроекта. Эту музыку знает, пожалуй, каждый. Именно она создает настоящую атмосферу Форта Боярд и призывает игроков отправиться на поиски золота. Здесь продумано все до мелочей. Каждая деталь, звуковое сопровождение, интерьер с головой окунают в легендарную игру. А весь ажиотаж игры, когда истекает время, когда нужно выполнить испытание до конца, чтобы что-то заработать, чтобы заслужить, это вот адреналин. И, безусловно, это самые лучшие эмоции, впечатления от игр, от испытаний, пускай даже самых простых, но здесь они, и благодаря атмосфере, ощущаются совершенно иначе. 10 ключей и 3 подсказки – то, что поможет проложить путь к сокровищнице. Ради заветной добычи игроки бродят по лабиринтам, встречаются с грызунами и змеями, состязаются с мастером теней и разгадывают загадки мудрого старца Фура. Высокий глаз, низкий рот. На склоне лет он может измениться, под страхом мы можем его потерять. Бросить вызов форту может каждый. Возраст игроков от 6 лет до бесконечности. Для команд, которые приходят сюда повторно, ведущий придумывает новые испытания. Эти ребята здесь не впервые, но необычные задания с каждым разом захватывают дух. Мне нравится, что здесь нужен ум, ловкость, выносливость, нужна воплощенность команды и поддержка друг другу. Всегда разные задания, всегда очень интересно выполнять их. Опытным игрокам удалось покорить неприступную крепость. Они отгадали главную загадку форта. Последнее испытание – успеть собрать побольше золота до истечения времени. Результат отличный – почти 8 килограммов. Сюда приходят не только за золотом, но и за незабываемыми праздниками. Отметить новогодний корпоратив, день рождения или выпускной в стиле Форт Боярд. Теперь это реальность. Здесь ждут даже самые большие коллективы и рады встрече с целыми школьными классами. У хранителей замка найдется испытание для каждого. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.